Сейчас, да, у ребят спросим сейчас. О чем мы спросим? Ну как делать? Вот, что, думать будем долго. Что думать-то? Ребята, наверное, так же скажут. Делайте какой-нибудь там. Давай спросим. Лекало какое-нибудь. Вот, смотри, вот, ребят, смотрите, вот такой забор у нас, да, делаем. Вот. Сейчас покажем. Вот может кто знает из сварщиков-то. Как грамотно, ровно как, и быстро. Да, приварить пики. Смотрите, их очень да, много. У нас вот 600 пик надо приваривать вот, на забор. Вот такой забор. Вот, представьте себе. И нам надо ровно приварить пику. Вот. Как ее приварить правильно, да, я покажу. Вот видите, вот такая вот пика. На концы надо приварить. Ну, соответственно, чтобы она была ровно. Что сделать? Соответственно, быстро. И быстро, да. Вот, чтобы она не ушла ни туда, ни сюда, ни вверх, ни вниз. Как нам сделать шаблон? Или что, может, у кого-то есть заготовка уже готовая? Может, сфотографируйте нам? Или поясните как-нибудь словесно, как ускорить процесс? Наверняка сварщики многие сталкивались с этим. Просто у нас первый такой забор, и вот мы не знаем, как грамотно приварить пики. Думали, вот у нас шаблон уже примерно изготовлен. Мы пробовали его уже. Сейчас покажу. Не знаю, правильно ли мы делаем или нет. В общем, мы решили вот сварить вот такой шаблончик. Вот здесь он прикладывается. Стол у нас ровный. Вот мы прикладываем шаблон, ложим пику, вот так вот. Пика у нас ложится на пластинку, вот на такую. Вот, чтобы она была как бы ровно. Мы не знаем, правильно ли мы делаем. И здесь у нас меточка стоит. Вот, чтобы как бы по центру было. Потом мы решили приваривать вот полуавтоматом. А снизу, снизу вот видите, тоже падает пика. Вот здесь падает. Мы подкладываем пластинки две. Вот, пластинки. Сейчас я их найду. Вот две пластиночки у нас есть. Вот мы хотим их вот так подкладывать. Подкладывать сюда. И положить пику на них. Ну, в общем, вот так как-то. И потом приваривать. Ребята, вот подскажите-ка, профессионалы, как сделать правильно. Правильно ли мы варим? Может, кто-то знает более легкий способ сварки пик. Вот такой вопрос, ребят. Кто сможет, тот ответьте, пожалуйста. Вот. Мы вас тоже не забываем, подсказываем, когда надо вам что-то. Забор-то он, в принципе, не сложный. Вот он варится тоже у нас по шаблону. На столе вот такие меточки у нас стоят. Вот видите, карандашом мы сделали метки. Выкладываем и свариваем. Сначала на нижнюю пластину варим. Потом сверху прикладываем пластину и обвариваем. Обвариваем изнутри. Швы у нас вот так сварочные внутри, между пластинами. Вот. Вот так. В общем, вроде забор получается, но вот не можем разобраться с пиками. Так что, ребят, кто может, подскажите, пожалуйста. Жду ответа. Ваши ответы будут полезны другим людям. Вот. Пока все.